Президент Татарстана Рустам Миниханов поздравил жителей республики и живущих за ее пределами татар с днем официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Это стало ключевым и поворотным моментом не только в жизни татарского народа, но и повлияло на весь исторический ход событий евразийского континента. В 2010 году первый президент Республики Татарстан Тимишаревич Шаймиев, опираясь на исторические источники, выразил предложение о этом празднике, который бы стал бы днем единения, в том числе и мусульман Республики Татарстан и всей России. Этот важнейший исторический шаг определил развитие народа на 1000 лет вперед и привел к дальнейшему расширению экономических и культурных связей народов Поволжья и Приуралья с арабско-персидскими государствами. Принятие ислама помогло булгарской аристократии оставить распри и объединить племена, укрепить мощь и государственность народа. Исторический факт поездки миссионера арабского халифата в Булгарию отражен в голливудском фильме «13-й воин» в исполнении актера Антонио Бандераса. В мае, 12 мая 1922 года делегация прибывает вот на территорию современного Татарстана. И хан Алмуш принял делегацию, и с тех пор, собственно, и мы можем считать, что именно с этого дня религия ислам стала официальной для всего населения Волжской Булгарии. Казанский федеральный университет является центром исламского образования. На базе КФУ работает Центр Исламик. Это крупный и динамично развивающийся образовательный центр с развитой инфраструктурой, сложившимися научными школами, значительной методической и учебной базами. Система исламского образования в Республике Татарстан отражена как многоуровневая система, которая развивается на принципах интеграции и преемственности. Территория Республики Татарстан – это важнейший центр исламского высшего образования. И наши партнеры – Российский исламский институт, Казанский исламский университет, и вот присоединился с сентября 2017 года Болгарская исламская академия, они взаимодействуют в рамках этой программы именно с Казанским федеральным университетом и нашим ресурсным центром по развитию исламского и исламического образования. Ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров в Москве представил исполняющей обязанности министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой обновленный план мероприятий по подготовке в КФУ специалистов различных профилей с углубленным изучением истории и культуры ислама. Диана Шилова, Леонард Бетьяров, Универньюз.